Участковые инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники патрульно-постовой службы продолжают совместные рейдовые мероприятия. Эти меры направлены на предотвращение несчастных и чрезвычайных случаев в местах отдыха. Отдыхающим, в особенности детям и подросткам, милиционеры напоминают об обязательных мерах безопасности. Стражи порядка не перестают и не устают напоминать гражданам о том, что нельзя управлять автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения и нарушать общественный порядок. Проводятся беседы профилактического характера о недопустимости нарушения общественного порядка, соблюдение мер безопасности при купании, а также об опасности разведения костров возле сухостоя и лесных массивов. На особом контроле у взрослых должна оставаться безопасность детей, отмечают правоохранители. Совместные рейдовые мероприятия проходят на протяжении всего купального сезона. При выявлении нарушений правоохранители привлекают злоумышленников к административной ответственности. Стелла Бязарова, Регина Черткоева. Информационный выпуск сегодня.